Ну что, вон дом шахтера, из которого мы только что вышли. Вот здесь напротив еще какое-то непонятное здание. Написано Maison Métier Ancien, то есть дом старых профессий. Посмотрим, что там такое. Смотрю, люди туда тоже идут. Вот, что же здесь такое в доме старых профессий находится. Еще один музей, наверное. Бонжур. Короче, вот. Это, оказывается, тоже музей маленький. И здесь открываются вот такие вот старинные вещи, как машинки, Зингер, паяльные лампы. Да, вот такой прикольно так сделано. Видите, всевозможные машины для пряжи. Да, прикольная такая обстановка здесь вот. Телевизоры 60-х годов. Да, здесь столько вещей, которыми люди еще продолжают пользоваться дома. Прикол. Радиоприемник вместе с пластинкой дедовских времен. Да, вообще класс. Здесь как будто попал на базар старинных вещей. Реально, вот как говорят, марше де пюс, то есть блошиный рынок. Бонжур. Да, вообще прикол. Реально вот скупали, наверное, несколько лет, чтобы сделать такой музей. Все персоны, мастер? А? Все персоны? Вы. Чувачок меня спрашивает, это телевидение? Для телевидения? Я говорю, нет, это для себя. Видать, директор он в рубашке, в джинсах, который все это создал. Нереально, вот то, что мы сейчас находим в подвалах, на чердаках. Просто концентрация этих вещей. C'est incroyable la collection. La collection est c'est la folie. Чувачок вот этот вот, который рассказывает. Он говорит, я собирал это в течение 50 лет. Блин, реально обалденно. Просто вот концентрация старых вещей. Как будто ты пришел вот на какой-то блошиный рынок. Но только это не продается. Медные молотки. Написано осторожно. Объекты, которые могут поранить.
отрезать палец, не трогать. Да, коллекция просто сильнейшая. Коллекция старых вещей. Обалденно. У него даже крыша здесь внутри. Тоже старинная. Хозяин этого музея, видите, он еще так сделал тематично. То есть, видите, вот здесь, ну, печка, наковальни, видите, все как бы для кузнецов. Видите, резание, всевозможные инструменты для резки, прессы, для горячего железа. Потом, знаете, переходим в другую комнатушку. Видите, тут все для работы по дереву. Долото. Всевозможные сверла, пилы, киянки по дереву. Да, нормально он так сделал. Красава. Я говорю, он там рассказывает. Он говорит, я могу все, про все ответить, рассказываю в основном людям там. Я говорю, я не видел ваш музей на интернете. Он говорит, а у меня нету рекламы. Я говорю, так сделайте, елки-палки. Люди повалят. Говорю, чисто случайно увидел, просто приехал в дом минера, то есть дом этого шахтера, и смотрю напротив дом. Он говорит, да, да, надо сделать. Я говорю, попросите кого-нибудь, кто умеет. Не, ну прикольно встретить такое количество старых вещей. Вот, смотрите, пошли утюги старинные. Времен 40-х годов Второй мировой войны, угольные. Краска. Все, что связано с краской, смотрите, старинные такие. Видите, как его забок называется, блин, вылетел из головы. Рулоны эти, валики. Комнаты, как жили в старину. Прикол, такой туалет. Да, нормально он набрал. Обалденно. Нам примери. Да, прикольно. Це маніфайк. Мерси. Мы во дворике. Ну, здесь тоже, видите, полно старинных вещей. Всевозможные телеги, трактора. Да, прикольно. Чисто случайно попал, видите. Maison de métier ancien. То есть дом старых профессий.